Друзья, привет, с вами Джамбу Макс, и в этом видео я расскажу о преимуществе Xbox One. Перед началом ролика, как всегда, если вам, конечно же, нравится контент об Xbox, попрошу поставить под этим видео лайк, плюс подписаться на канал, чтобы помочь в его развитии. Спасибо, и давайте начнем. Все вы знаете, что многие с пеной у рта могут сраться за то, какой эксклюзив лучше, какая консоль круче и так далее. Но знаете, в последнее время я больше прихожу к тому, что безупречным преимуществом консоли Xbox One является все же подписка Xbox Game Pass. Кто бы что ни говорил, но это действительно мощное и реально выгодное предложение абсолютно для всех. Для тех, кто обладает консолью уже давно, так и для тех, кто только недавно приобрел эту замечательную консоль. Многие могут сказать, что большинство игр там полный шлак и сама подписка стоит дорого. Но у меня для вас есть просто замечательная новость. 7 мая в эту подписку войдет RDR 2. Как вам такое пополнение, друзья? Как по мне, одна эта игра полностью отбивает цену этой подписки. Лично я офигел и не думал, что это произойдет так быстро и вообще когда-либо произойдет. Да, игра вышла 2 года назад, но это, как по мне, одна из лучших игр, которые я лично советую вам поиграть. В игре классный сюжет, мега реалистичный мир с прекрасным чувством Дикого Запада, харизматичный герой и ко всему этому присутствует онлайн. Хотя, что я вам объясняю, вы и так знаете, что это за игра. Кстати, в связи с этим событием мы с пацанами, возможно, заскочим в RDR онлайн. Если что, стрим будет на втором канале, ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. И да, в связи с этим есть немножко печальная новость для тех, кто любит GTA 5 и играет в нее по подписке. Все вы знаете, что когда игра приходит, какая-то игра должна покинуть подписку. Поэтому 7 мая, когда в подписку войдет RDR 2, GTA 5, к сожалению, покинет ее. Поэтому тем, кто не прошел GTA 5, советую пройти ее до 7 мая. Помимо замечательной RDR 2, в подписку 30 апреля войдет продолжение знаменитой игры под названием Street of Rage. И да, когда она на всех платформах будет стоить около 2000, на консоли Xbox One она будет доступна по подписке Xbox Game Pass совершенно бесплатно. Короче, это не может не радовать, если у кого-то нет этой подписки и влом покупать, то обязательно подписывайся на нашу группу ВКонтакте, где мы иногда публикуем коды на эту подписку. Коды публикуются рандомно, поэтому следи за новостями. Короче, Xbox Game Pass в последнее время капец как радует, и по моему мнению, это реальное преимущество перед другими платформами. Если ты с этим согласен, то ставь лайк и пиши в комментарии Xbox Game Pass Top, ну или XGP Top. Ну, чтобы не писать много. А на этом у меня все, ждем новых игр в подписке. Не забывайте подписываться на канал, писать свое мнение о этом событии, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч!